Мої шанування на каналі ТВ, щоденна програма «З наклику». В ній ми традиційно говоримо із гостями студії про найголовніші явища, події та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Енергетична безпека у центрі уваги сьогодні. Голова уряду Микола Азаров відкинув можливість судових суперечок із Росією щодо газових угод 2009 року. Натомість заявив, що тільки шляхом переговорів можна домогтися перегляду контрактів. Між тим, українська юридична компанія Alliance Litigate позивається до уряду в окружному адмінсуді столиці щодо визнання недійсними цих газових контрактів. Керівник цієї компанії Станіслав Батрін розповів «Українській правді», що вважає необхідним саме судове оскарження контрактів. Тим часом доля газотранспортної системи України напряму залежить від українсько-російських домовленостей на найвищому рівні, які цими днями відбувалися у Москві трохи раніше та сьогодні в Астані. Нагадаємо, що за даними джерела газети «Комерсант», компанія «Baker Tilly», що виконувала замовлення українського уряду, оцінила вітчизняну ГТС разом із підземними сховищами у цифру від 26 до 29 мільярдів доларів США. Офіційно цю цифру не коментували ані у вітчизняному Міненерго, ані у Нафтогазі, ані у самій компанії-оцінювачі. Єврокомісар ЄС політики розширення та сусідства Штефан Фюле у Брюсселі заявив, що Київ сам має вирішити, як утримувати газотранспортну систему. І нагадав, що пропозиція ЄС добре відома. Тристоронній чи навіть багатосторонній проект для підтримки та модернізації ГТС. Тим часом Україна намагається щосили продемонструвати Росії реальні кроки зменшення залежності від газової голки, реверсні поставки палива з Європи, початок розвідки запасів вуглеводнів на шельфі Чорного моря, а також проєктів видобутку сланцевого газу. І поки що лише розмови про будівництво терміналу скрапленого газу. А більшість населення України, майже 60%, згідно з соціологічними опитуваннями Центру Разумкова, вважають, що газотранспортна система має залишатися у державній власності та управлятися винятково українською стороною. Отже, про долю газотранспортної системи України ми поговоримо із гостем нашої студії Олександром Нарбутом, незалежним експертом з енергетичних питань. Мої шанування. Добрий вечір. Влада усіляко намагається показати, що сьогоднішні переговори в Астані щодо формату спостерігача офіційного Києва у Митному Союзі, ну, напряму, жодним чином не пов'язана з переговорами з Росією, з двосторонніми по ГТС, по консорціуму. Наскільки це вдається, наскільки владі вдається переконати в цьому і суспільство, і експертне середовище? Ну, я думаю, что в некотором роде это верное утверждение. Более того, российская сторона, с моей точки зрения, просчитала последствия такого решения и понимает, я имею в виду, возможного создания той или иной формы двустороннего владения и контроля за деятельностью нашей газотранспортной системы. То есть просчитала с точки зрения последствий. Последствия, к сожалению, могут привести Украину к потере энергетической, экономической, как следствие политической независимости. Поэтому здесь не нужно увязывать. Здесь достаточно разыграть эту часть партии для того, чтобы все дальнейшие действия Украины уже были прогнозируемы. Что я имею в виду? Я имею в виду прежде всего то, что для создания диверсифицированного конкурентного рынка, то есть в газовой или в электроэнергетической сфере, должна быть достаточная модель инфраструктуры. Инфраструктура, которая развивается с целью получения энергоносителей из разных источников. То есть если же контроль этой инфраструктуры будет в руках «Газпрома», очевидно, что никаких программ, о которых вы только что говорили, я имею в виду наращивание там, добычи собственного газа, в том числе нетрадиционного, сланцевого, там, шахтного газа, метана, никаких программ, то есть, собственно, развиваться не будет. Потому что то есть, весь газ, который будет продаваться на этом рынке, будет в первую очередь газ производства «Газпрома» и, возможно, его компаний-партнеров, российских компаний-партнеров, поскольку сам «Газпром» испытывает системные и то есть, достаточно уже длительное время трудности с продажами своего газа в Европе. Теряя рынок Украины, «Газпром» оказывается в весьма сложном экономическом положении. И поэтому здесь как бы две задачи в одном. С одной стороны, то есть демонтируется, по сути дела, та техническая инфраструктурная подложка, на базе которого Украина может отстаивать возможности получения газа из разных источников. С другой стороны, то есть расширяется сбыт российского природного газа. А чи вдається Україні, ну, все ж таки,
переконати чи налякати «Газпром» цими меншими, дедалі меншими обсягами закупівлі. Задекларовано 18 мільярдів, ну, принаймні така цифра лунала, кубометрів газу. Чи відчуває «Газпром» взагалі, що він втрачає цей ринок? Чи нам так хочеться вірити, що він це відчуває і це посилює, нібито має посилювати переговорну позицію Києва? Є обратна сторона цієї ситуації. Ведь мало хто говорить о том, що Україна закупає менше російського газу, в тому числі і не наповняє ті підземні газові хранилища, які створюють цей запас і позволяет Украине достаточно спокойно себя ощущать в осенне-зимний период, то есть в варианте пиковых нагрузок, обеспечивая таким образом не только устойчивость внутреннего украинского рынка, но и подпирая в определенной степени, то есть европейский газовый рынок. То есть с моей точки зрения, именно это является, ну, как бы формулой молчаливого согласия. То есть «Газпром», руководство России отлично понимает, что если закачки не будет, если то есть закачка будет вестись в тех объемах, как сегодня, то мы получим там 3-4 миллиарда газа в хранилище на осень, а это ничего. То есть я напомню, что самые минимальные объемы, они превышали 12-14, ну а доходили до 20 и больше миллиардов кубических метров на начало отопительного сезона. Поэтому у нас сейчас ситуация беспрецедентная, и эта экономия может обернуться практической потерей устойчивости нашего газового рынка, не говоря о том, что цена на газ, имея в виду то есть осенне-зимнего периода, полностью зависит от решения россиян, и в частности российского правительства, которое в любой момент может отказаться от экспортных преференций и восстановить полномасштабную экспортную пошлину и таким образом опять взвинтить цену, то есть до невиданных высот. А оці переговори у неділю у Москві, не у Москві, маю на увазі, в Сочі Януковича і Путіна, дуже швидкі, про які дуже мало інформації офіційної. А джерела кажуть різних видань, що мова йшла саме про ГТС, малюють навіть схеми, віддаємо магістральні газопроводи, розподільчі, нібито віддаються групі ВТЕК молодого олігарха Сергія Курченка, або тим, хто за ним стоїть. Що насправді, на ваш погляд, відбувається? Я маю на увазі і цей візит, і інформаційне його наповнення, і супроводження за цими переговорами. Ну, мне кажется, что сам формат этих переговоров несколько не отвечает той ситуации, в которой находится Украина. Да? Отлично осознавая, что на сегодняшний день, то есть, по сути дела, то есть, Украина совершает свой геополитический выбор, имея в виду то есть, модель Евразийского союза, да, там с под вариантом это таможенный союз или постепенная интеграция и начало может положить подписание соглашения ноябрьского об ассоциации с Европейским союзом. Мне кажется, вести такого рода закрытые переговоры, это значит ну, давать неправильные сигналы нашим европейским партнерам. Или же то есть, как бы вести их то есть, с явным ну, намерением достигать какого-то, то есть, может быть, закрытого коммерческого интереса. Потому что если говорить о политической подготовке да, того же, что сегодня происходит в Астане, то мне кажется совершенно уместным, если команда переговорщиков расширена, если в составе делегации есть премьер-министр, ну и, в общем, то есть, не обязательно это делать в воскресенье, а можно сделать все вещи заранее. Имея в виду, скажем, вот тот меморандум, о котором шла речь, о участии Украины, то есть, в формате таможенного союза по формуле, по сути дела, 3+1 в качестве наблюдателя. Поэтому, конечно же, то есть, такого рода визиты, такого, то есть, такая схема освещения этого визита дают возможность для разного рода предположений, версий. И я думаю, что дает повод этому и российская сторона, которая четко зафиксировала позицию о двухсторонней основе возможного формата управления или владения украинской газотранспортной системой. И не случайно вот эти, ну, скажем, информационные утечки то есть, появляются в, по сути дела, российском издании «Коммерсант», который время от времени используется «Газпромом» и правительством России для то есть, того, чтобы сделать очередную проекцию тех или иных своих намерений. Поэтому я думаю, что такой элемент зондажа, в том числе общественного мнения, то есть не только общественного, но и политического мнения, потому что то есть мы же понимаем, что потребителем этой информации являются и высшие руководители страны, и парламент да, с народными депутатами. То есть это такая
такая своеобразная игра, которая готовит почву, возможно, для того, чтобы такие договоренности состоялись. Не исключаю, что в этих договоренностях есть попытка примешать частный интерес, может быть, там упомянутой компании Vitec, которая, то есть, совершает такой головоломный взлет, то есть, как бы без достаточных на то, по сути дела, бизнес-оснований. Потому что, то есть, любой бизнес имеет, как бы, разумную степень наращивания своих активов. Да? Она не может быть на 100% в квартал. Да? То есть, есть разумная рентабельность. Если это, конечно, не героин, то есть, не наркотики или там не другие, то есть, сомнительные схемы. Да? Оцінка газотранспортної мережі, яка з'явилася також з посиланням на джерела, адже офіційно ані Міністерство енергетики, ані Нафтогаз, ані сам оцінювач, компанія Baker Tilly, поки що нічого не коментують. А джерела говорять, що оцінка зроблена, і цифри коливаються від 26 до 29 мільярдів доларів США за систему ГТС разом з підземними сховищами. Як ці цифри, як ця інформація, на ваш погляд, впливає на хід переговорів? Ну, во-первых, я считаю, что сам вариант затемнения этой информации, то есть исключение ее из информационного поля, то есть уже мешает нормальному ходу переговоров, потому что, то есть, возможны интерпретации, да, то есть, скажем, если оценка Baker Tilly находится только у украинской стороны, то использовать полномасштабно в переговорном процессе можно ее лишь отчасти. Кроме того, я хорошо знаком с практикой таких операций, как слияние, когда, то есть, создаются там совместные предприятия или там речь идет об объединении активов. В этом случае, то есть, оценщиком выступает фирма, согласованная обеими сторонами. Поэтому на самом деле, то есть, российские партнеры могут еще не согласиться с оценкой Baker Tilly, то есть, как бы, потребовать другой уже как там акцептованной ими варианта оценки. То есть, что касается самой оценки, то я слышал эту вилку, да, и компания Baker Tilly, то есть, была привлечена к этой деятельности в результате конкурса, если не ошибаюсь, в мае прошлого года. По контракту у нее было 3 месяца для того, чтобы сделать эту оценку, и, соответственно, к сентябрю и НАК «Нефтегаз», и министерство, и общественность должны были знать эту сумму, во сколько оценивается наша система. Более того, я считаю, что компания обязана была прокомментировать, то есть, как бы, за счет чего эта вилка, какие объемы система должна прокачивать и сколько должны хранить газы для того, чтобы эта оценка была справедливой. Потому что очень сильно варьируется стоимость системы не только от потенциала, да, сколько, то есть, еще и от режимов работы. Если же говорить о возможных других вариантах оценки, то, мне кажется, более справедливая эта оценка на, скажем, в вилке от 25 до 30 миллиардов. То есть сама газотранспортная, подчеркиваю, система, речь идет не о магистральных транзитных газопроводах, которые являются основой для транспортировки российского природного газа, а вся система в комплексе, которая обеспечивает поставки и отечественным потребителям. Поэтому она гораздо мощнее, чем просто, то есть, ее транзитная составляющая. Поэтому я говорю, что более справедливая цена за систему – это 25-30 миллиардов. Да. Что касается хранилищ, то хранилище такого беспрецедентного объема, сопоставляясь, скажем, со стоимостью подобных новых хранилищ, могут стоить на уровне 20 миллиардов. Поэтому суммарно система, как интегрированный, очень важный инфраструктурный комплекс, то есть, может иметь совершенно другую цену. Но, опять же, говорить об этой цене рационально тогда, когда это все является элементом серьезного бизнеса, когда у бизнеса есть стратегический план, и главное, есть вопросы, есть ответы, извините, на вопросы, как заполняется система тогда, когда, то есть, один из партнеров, скажем, россияне, то есть, уменьшает объемы транзита, потому что система должна работать и приносить доход, прибыль своим владельцам. Тогда она, то есть, может быть по достоинству оценена. Поэтому это еще может быть предметом спора не только, то есть, между двумя сторонами, но и экспертов, специалистов. Более того, я считаю, что эта дискуссия может перейти и в парламентские коридоры. Именно этого, возможно, и опасались те, кто получил эту оценку и считал ее нужным, то есть, от общественности скрывать. Щодо парламентських коридорів, згадаємо, що закон номер 2937, внесений урядом у Верховну Раду у квітні,
у разі його прийняття, по суті, дасть зелене світло приватизації газотранспортної системи. Яку долю цього закону ви прогнозуєте? Я би сказав... Враховуючи те, що більшості немає ні опозиції, ні у влади стійкої. Тут є ще своєобразія самого законопроекту. Від законопроект де-юре дає огромні можливості Кабміну. І це касається не тільки самого нефтегазу, там він вторгається в поле інших законов и касается, скажем, то есть возможности, по сути дела, то есть исключения некоторых предприятий из списка стратегических и таким образом запрещенных приватизаций. То есть, по сути дела, решения о приватизации тех или иных активов оказываются в ведении Кабмина. То есть, что на самом деле является исключительной прерогативой парламента, потому что парламент определял этот закон и список определен законом. И таким образом, парламент, с моей точки зрения, не может согласиться с вариантом делегирования, потому что цена этому парламенту будет очень невысока. И если сегодня с мнением депутатов еще можно считаться, когда нужно, то есть получить консолидированное решение, то если парламент согласится на такого рода закон, то завтра, извините, то есть депутаты просто станут статистами. И оппозиция, и во власти в том числе. Я думаю, что то есть об этом размышляют сегодня в разных секторах. Кроме того, ускоренный вариант приватизации нефти и газа может привести в достаточной степени к дестабилизации энергетического поля и коснуться не только газового сектора, но и затронет электроэнергетический сектор. Могут существенно быть затронуты интересы тех, кто, скажем, боролся за получение новых активов и там рассматривается в том числе Украиной как серьезные стратегические партнеры, я имею в виду компании, которые сегодня или подписали соглашение о разделе продукции, такие как Shell, или там готовятся к подписанию, как Chevron, Exxon. То есть они тоже могут всерьез отнестись к этому и, скажем, через парламент попросить не очень торопиться идти навстречу. Потому что нужны стратегические решения. Строго говоря, Украина живет без энергетической стратегии и без стратегии реформ в нефтегазовом секторе. Поэтому появление этого закона, мягко говоря, преждевременно. И в этом, может быть, тоже есть элемент игры. То есть к российской стороне показывается некая готовность, а с другой стороны, то есть вбрасывается сырой законопроект, который вряд ли, с моей точки зрения, имеет шансы пройти через парламент, во всяком случае, то есть на этой сессии. То есть на осенней, может быть, еще какая-то дискуссия будет. На ваш погляд, чи вдається Україні уряду притиснути російських партнерів оцими новими проектами з диверсифікації? Угоди Shell по сланцевому газу, початок розвідки на шельфі, ці проекти з реверсного газопостачання з Європи, того самого російського газу. Це впливає на «Газпром»? Чим байдуже? Я хотів би тут відділити. Тобто є довгострочні програми. Це наращування добичі на шельфі, добичі нетрадиційного газу по условиям соглашення о розділі продукції. Тобто це все перспективи дальнього горизонту. Тобто від 5 років і більше. Тобто отримати швидкий дебіт і наращування можна тільки, тобто опираючись на потенциал, скажем, традиционной добычи, и то, если будет серьезная корректива внутренних цен, таким образом, то есть нынешние компании, которые делают здесь погоду, к примеру, компания «Укргаздобыча», то есть будет иметь возможность дороже продавать свой газ, больше денег инвестировать в развитие, ремонт и бурение новых скважин, и вот здесь может быть элемент наращивания. Кардинальным образом повлиять на ситуацию на газовом рынке может быть только серьезная программа диверсификации. Не та имитационная, к сожалению, которая не дает серьезного решения. Почему? Потому что открытые два направления, одно польское, другое венгерское, то есть суммарно не решает эту задачу, потому что на сегодняшний день, скажем, то есть тот объем газа, который поставляется там по польскому направлению, это 4,2-4,5 миллиона ежесуточно, то есть выводит нас максимум там на миллиард, может быть, миллиард с небольшим поставок по году.
И Але вот, наступного року уряд сподівається значно розширити. То есть есть кардинальная возможность, которая упирается в потенциал, прежде всего, украино-словацких транзитных возможностей. Там совершенно иные возможности. Там, в случае, если бы Украина, со стороны Украины, то есть и со стороны Словакии, то есть всерьез рассматривали эту программу диверсификации и занимались ею, то на сегодняшний день уже была бы обеспечена возможность суточного транзита реверсного в объеме 80 миллионов, а это давало бы, то есть, до 30 миллиардов годового объема. То есть это, в принципе, позволяло отказаться от российского природного газа, потому что тезис относительно того, что к нам из Европы приходит российский газ, он неверен. Знаете почему? Потому что большинство игроков европейского рынка работают в портфель. То есть они приобретают газовые активы, то есть газовые ресурсы в некий свой ресурсный портфель. И берут из разных источников. То есть, приобретая в свой портфель, дальше этот газ становится собственным. И они торгуют как на рынке своей страны, так на открытом европейском рынке. Ну, а Украина здесь постепенно, то есть, движется в направлении интеграции. Поэтому и поставки в Украину здесь абсолютно не противоречат никакому законодательству. А как бы вы оценили... Газпром по этому поводу волнуется, потому что он это понимает. Як би ви оцінили соціологічні опитування, разумковці провели, 60% громадян України у квітні свіжі за винятково державну власність і державне управління. 15% підтримують тристоронній консорціум Київ, Москви і Брюсселя. Більше 12% трошки вважають, що ГТС можна передати в управління чи в оренду росіянам за знижку ціни. І лише 2,7% опитних переконані в необхідності приватизації труби. Тобто виходить, що... ну громадській думці не байдуже, що цим станеться, хоча за великим рахунком пересічні люди ну, не відчувають прямого такого чіткого зв'язку між долею системи і власним добробутом. Я думаю, що ви праві, і от, скажімо, таке більшинство, воно, мені здається, формується прежде всего на базі представлення о том, як це може відбуватися і як це може бути використано. Тобто предыдущі програми приватизації показали, куди перетікає собственность, куда переходят промышленные активы. Поэтому я думаю, что здесь срабатывает рефлекс, просто опасение того, что эти активы окажутся в руках неэффективных собственников, список которых очень небольшой, и эти фамилии, то есть, как бы широко обсуждаются в разных средствах массовой информации. При этом, я думаю, что то есть, опасения по поводу России здесь присутствуют даже в меньшей мере. То есть, здесь боязнь просто, что наши толстосумы смогут распоряжаться этой системой, а это может в том числе и ударить по цене на газ, потому что то есть для простого человека скорее то есть, как бы интересует в конечном счете, то есть, за что он будет покупать газ, с какой стоимостью будут коммунальные услуги, электрика, то есть вот это больше. Но я хотел бы здесь сказать, что есть проблемы, которые в первую очередь все-таки должны отдаваться на суд профессионалам, экспертам. Это одна из тех проблем. Более того, то есть я хочу сказать, что дискуссия на экспертном уровне привела к тому, что то есть на сегодняшний день эксперты практически признали, что консорциум – это неэффективная форма, которая не используется на сегодняшний день в управлении уже существующей, функционирующей инфраструктурой, такой, как наша газотранспортная система и хранилище. Более того, я хочу подчеркнуть, что специалисты, которые работают, которые создавали эту инфраструктуру, специалисты компании «Трансгаз» являются одними из самых высококвалифицированных в мире. И проблема заключается в другом. Что эта компания, по сути дела, вынуждена за счет своей деятельности субсидировать неэффективную деятельность НАК «Нефтегаза». Нужно совершенствовать работу компании. Дякую. Спасибо. Дякуємо за те, що були на ТВ. І залишайтесь ТВ і надалі. Буде ще цікавіше. До побачення.